Сегодня, 2 февраля, мы отмечаем 80-ю годовщину со дня освобождения города Сталинград. Развилковская школа – одна из самых крупных в округе в настоящее время. В ней учатся почти 2000 школьников. Уроки мужества здесь проводятся еженедельно, в том числе и с приглашением специальных гостей. Я не первый раз в этой школе. И здесь действительно уделяют большое внимание педагогическому воспитанию. Вот замечательный директор Татьяна Ивановна. Здесь вот хорошо, что проводится это регулярно. И даже вот я приведу такой пример. Если в какую-то школу придешь, там все закончилось, все бегом побежали из зала. А здесь вот вы сами видите, ребята сидят, слушают внимательно. По всей стране прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Сталинградской битвы. В Развилковской школе этот урок мужества был подготовлен силами учеников. Пятиклассница Аглая Авдеева учится игре на фортепиано и вокалу в Развилковской школе искусств. На уроке мужества пригодились и ее умения. Позже школьница рассказала, что благодаря учителям история славы российского оружия ей знакома с первого класса. В начальной школе Наталья Васильевна, наша любимая учительница, рассказывала нам про кровопролитную войну, что там умирало очень много людей и что мы победили. Но не только уроками воспитывается патриотизм в Развилковской школе, но и реальными делами. Отсюда уже отправлено несколько гуманитарных грузов в зону СВО, и на днях отправится следующий. Мы сейчас готовим большую гуманитарную помощь, акция «Посылка солдату». Каждый класс готовит посылку, пишет письмо, подписывает, и это от такого-то класса Развилковской школы. 59 классов, 59 посылок. Подобные уроки мужества прошли и в других образовательных учреждениях Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.